Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы в новой игре, в новом моде к игре Jurassic Park Operation Genesis под названием World of Dinosaurs Expansion Pack. Значит, это по сути измененная версия предыдущей вот этой старой игры, старого мода вот этого, дополненная новыми животными. Тут есть какие-то бонусные животные, пока не разобрался, как их вставлять, вроде каждого по отдельности придется вставлять. Вот, но я постараюсь их вам показать. Значит, сейчас вы видите на заднем плане это фон вот этот, это как бы камера, которая снимает загон с Индоминусом Рексом. Он не появляется, пока не нажимаешь чего-либо, допустим. То есть вот это нажать. А, понятно. То есть что не нажимая, он все будет одно и то же делать. Он как бы подошел к ограждению, типа вылез. Прикольно. My name is John Hammond. А мне пофиг. Вот. Мне нужен объект Б. Ну, по сути, вы видели, что он делает, поэтому я могу просто загрузить игру. О, классно. Это вот такой загон с Индоминусом, типа, хотели сделать. Довольно прикольно. И при этом опасно. Так, ну вот тут у меня тут загружено уже. Hi there. Так, ну давайте диморфодонов. Потрое будем делать. Микроцератус. Great to see you again. Элафрозавр. Дилофозавр. How can I help? Галимимус. И пахицефалозавр. Сразу опять же сохраним игру. Фу, прикольно. Жалко, что они пока только вот у земли летают, выше их понять не могут. Но для этой игры довольно хорошо. Микроцератус это по сути измененный гомолоцефал. Ничего такого примечательного я не увидел. Элафрозавр. Так, ну это по сути измененный дриозавр с вытянутым телом и окрасом, естественно, измененным. Но все равно прикольно, все-таки новое животное. О, дилфозавры. Ему это как раз гораздо больше идет, чем стандартный черный. Он даже не атакует никого. Странно. Пахицефалозавр с измененным окрасом. Вроде мы его видели такой в предыдущем моде. Ну, кто смотрел видео. По сути, их ничего вот не меняет, только в основном окрасы. И галимимус у нас такой тут. Бегает, носится. Так, у нас есть еще новый гоплитозавр какой-то. Давайте посмотрим. Это измененный кентерозавр, но все же довольно, наверное, забавно будет его встретить. И на суто цератопс. Цератопс, точнее. How can I help? Так, ну хватит целофрозавров. Так, теперь травоядный анкилозавр новый. Стегозавр. Трицератопс. Трицератопс. Не знаю. Козуролов обычный. Гомолоцефал. Вон, давайте. Я тут для себя сохраняю. То игра вылетает у меня. Так, прикольно, кстати, так сделали. Конечно, очень... Ну, вы видите, да, допотопно, конечно, выглядит это все. Но... Все же новое животное, прикольно. Вот на суто цератопс это, о, классно. Сделали окрас почти такой же, как у этого, как из Android игры. По сути, это тарозавр уменьшенный в размерах. О, трицератопс, здоровенный. Тоже по сути окрас изменен, мы такой вроде в предыдущем моде видели. Так, стегозавр. Ух ты, нифига ты чего умеешь. Вот стегозавра только как раз поменяли, больше его сильно трогать-то и не стали.
озвучку поменяли. Анкилозавр тоже так себе, мне кажется, стандартный анкилозавр выглядел гораздо лучше, чем вот этот. Так, эдмонтозавр красиво выглядит. Его сделали почти как по фильму. Да, красивый окрас. Сейчас скоро начнем делать хищников, так тут все забегают у нас. Апатозавр, мы думаем, 2. Диплодока 2. Ой. Это я рано. Брахиозавра 2. А здесь сейчас хищники пойдут. Трицераптора. Синий. Чарли 2 тоже пускай будет. Сейчас они тут шороху всем дадут. Классно. Вот апатозавра более-менее подредактировали. Он теперь не так сильно, у него тут всякие мышцы болтаются, как в предыдущем моде. Да, довольно красиво. А вот диплодок пока не очень, честно. Еще сырая моделька, но думаю, в скором будущем ее доработают. Так, брахиозавр. Чувствую, там уже рапторы вовсю носятся. Так, это синие. Так, она защищается, потому что тут... О-о-о! Нифига. Почти убил Чарли. Он ведь не отстанет, да, от него? Так, а где обычно велоцираптор? А чё вы на людей не нападаете, ребята? Вон людишек сколько, смотри, нападай давай. Друг на друга, что ли, чё, шальные? Бум. Прикольно. Зачем друг с другом-то сражаться, идиоты? Вон люди бегают. О, нифига. Нифига он что делает? Вдвоем. Убили. Офигеть. Вот это они дают жару. Давайте две дельты. Два эхо опять. Два барионикса. Ой, случайно. Два маджунгозавра даже есть. Классно. Два метриконтозавра можем сделать. Два карнотавра. О, дельта. Среди зауроподов-то не так классно, да? Эхо. Ну, рапторы классные. Сделали прикольно. О, маджунгозавр. По сути, это измененный цератозавр, но все равно классно смотрится. Особенно с таким окрасом. Так, барионикс. Барионикс — это измененный альбертозавр, уменьшенный. А нет, это тоже цератозавр, просто ему голову сплющили. И окрас сделали, как должен быть он в фильме выглядеть. О, метриконтозавр. Это, по сути, перекрашенный альбертозавр. Что-то они все охотиться не хотят. Какие-то добренькие все. О, карнотавр. Карнотавр — это измененная лозавра, я так понимаю. Лапки совсем обрезаны, прижаты к телу. Никто не хочет людей атаковать. Это странно. Так, давайте. Кто у нас тут еще есть? Зухамим. Думаю, один.
Много-то нам зачем? Спинозавр. Тиранозавр. Гиганотозавр. Мозазавр, ну давайте глянем. Ну и птернозавр. Так, о, сухомим классный. Ну, модель спинозавра просто до этого тоже была красивой, поэтому... Просто подкрасив ее, и динозавр стал классным, вообще супер. И считаю, вот эти дырки в спине классно. Так, спинозавр. Спинозавр весь такой побитый. Покусанный такой весь. Тоже прикольно. Так. Гиганотозавр. О, боже мой, это мозазавр, посмотрите. Прикольно. Птернодон всех убивает, тут летает. Еще бы крыльями махал и все вообще. Птернозавр. Его звук — это просто музыка для ушей. Класс. How can I help? А, так здесь все. Вот у нас есть гибриды. Yep. Спинораптор. Карнораптор. Пахицератопс. Или пахицератопс. Стегоцератопс. Анкилодокус. Индоминус рекс. Сделан красиво, но по сути у спинораптора должен быть спиной гребень, как у спинозавра, но его нету. А в целом, ну, забавно сделан. Карнораптор такой вообще. Еще звуки такие, где они взяли такие звуки? Прикольно. Бахицератопс. Бахицератопс, блин, все время путаю название. Господи Иисусе, что с ним сделали-то? Нифига он дерзкий. Рогов нету, обычит вообще. Ну, сделали красиво, но вот, вот это вот дырки во лбу, они мешаются. О, ёшкин кот. Смотрите, он просто дырявый изнутри. Жесть. Он вообще плоский, я не знаю, ужас. Что с ним сделали? Просто, получается, вытянули тело и раскрасили так, как будто это эти шипы. О-о-о, Индоминус красавчик вообще. Так красиво его сделали, вау. Шипов, конечно, не хватает на спине всяких отростков, но в целом он классно вообще выглядит. Индоминус, наверное, самый красивый тут динозавр в парке. Еще и озвучка суперская. Так, где анкилодок? Вы что, всех анкилодоков перебили? Нет, вот он. Но анкилодок. Господи, сквозной рот у него. В целом анкилодок, мне кажется, даже лишний. По сути, что это? Ничего нет. Где наш индоминус? Убей же ты у кого-нибудь-то уже, я не знаю. Ты же самый сильный вообще в парке. Мне не хочется.
лучше пока никого убивать, но мы тем временем продолжаем. У нас еще есть гибриды. Это Индоминус 40 уровня из игры Jurassic World The Game. Так, потом то же самое, но уже через тиранозавра. То же самое со спинозавром. Пока на данный момент это все, что есть в игре. Не считая вот этих бонусных животных, которых я постараюсь вставить. Классно. По сути, это тот же самый, что сейчас мы видели, только с измененным окрасом. Его сделали из модели аллозавра, то есть просто вытянули ему тело, и аллозавр — это из самых крупных хищников в стандартной игре, самый слабый. Поэтому он, естественно, боится всяких там зухомимов и прочего, и прочего. Хотя на самом деле вообще никого бояться не должен. Это же чертов Индоминус. Так, ого, погнал. Спинозавра решили понизить и вытянуть немного. И новое звучание мы добавили. О, крас красиво очень, они молодцы, прям перенесли все как надо. Так, а где тиранозавр? О! Кого он съел? По сути, изменился только окрас, ведь они не могут добавить шипы, которые есть в игре. Просто вот картинка с шипами есть вот на спине такая, знаете ли. А вот самих шипов нет, но окрас все равно красивый. Это чисто для фанатов этой игры. Чисто для фанатов игры. У меня тут игра закрылась. Ну, Android, те, кто любит эту игру, вот, пожалуйста, мод. Ну что ж, я устроил тут хаос. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я, конечно, очень быстро оценивал мод, показывал вам животных. Вот. Но в целом, да что тут долго о них говорить. Ты кого там убиваешь-то, я понять не могу. Диморфодона? Это ты надолго, брат. Ну, в общем, я не знаю, делать оценку мода сами. Лично мне он как-то, ну, по приколу, что ли, потому что... Какой-то маленький брахиозаврик, то есть так получается. Потому что тут добавили много новых животных, всяких гибридов там, прочего и прочего. Это довольно забавно, пускай они и выглядят стрёмно, но довольно забавно. Все равно на них смотреть. Вот. Постараюсь там посмотреть, что с этими новыми бонусными животными. Если что, покажу их там в каком-нибудь следующем видео. С вас что? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока!